Так, вот перешли дорогу, идем дальше. Здесь вот бассейн, что ли. Сейчас поближе сделаю. Так. Вот такой вот вид. Пойдем посмотрим. Вот такой вот туннельчик есть здесь. Здесь так хорошо, прохладно. Везде солнышко. А здесь тенек, видите? Но, хочу признаться, одному двигаться немножко, чуть-чуть скучно. Хорошо, когда встречаешь хороших людей, знакомишься. Допустим, я здесь двум-трем друзьям в гости сходил в течение этого времени. На день рождения побывал. Вот здесь еще свадьба намечается. Не знаю, если останусь, то эту свадьбу я сниму на камеру немного, чтобы было для развлечения, да, на канале что-нибудь. А так, в общем, гулять прекрасно, ребята. Гуляешь, смотришь вокруг. Вот это место я не видел, да. Сейчас мы вот выйдем отсюда. Вот смотрите, здесь вид какой, ребят. Вот такой вот вид. Красиво смотрится. Там посередине, по-моему, кафешка, да, кафешка. Вот люди сидят, отдыхают. Вот. Такой вот вид. Так. Отсюда куда мы выйдем? Или дальше пойти посмотреть? Пойдемте дальше. Гулять так гулять, да? Как говорится. Так. Ну, здесь можно присесть, отдохнуть. И, кстати, вот тот корабль, который издалека снимал. А, вот он, да, действительно. Дошли. Вот такой парк здесь. Так, подойдите сюда. Туда снять. Смотрите, все такие на деревьях. О, какая чистая вода. Там бассейн, здесь море. Вот так вот мы гуляем. Отдыхает возле деревьев, сидят, как видите. Вон корабли, ну там и грузовые корабли, конечно, в основном. И такой вот есть, вот с контейнерами стоят. Так, вон прогулочный катер, по-моему. Сейчас поближе сделаю камеру. Я не знаю, ребята, как вам, но мне, не знаю, почему-то, вот, ну, как сказать, на набережной больше нравится. Здесь и такой ветерок, знаете, приятный. Хоть я и простыл тот день, но все равно дело стоит этого. Вот. Вот такой вот вид. Рыбачат здесь везде, кругом. Вон там тоже парень рыбачит. Так. Вот такой город Мерсин. Так. Камень еще не привык.
Люди отдыхают, сидят. Так, здесь вода есть. Я сладкое ел. Эта рука у меня немножко липкая такая, надо помыть. Вот. Такой вот вид.